В Актобе состоялся семинар, посвященный Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля. В мероприятии приняли участие специалисты, которые непосредственно работают с особенными детьми. Они отметили важность информирования граждан об аутизме. Коррекция ребенка с расстройством аутического спектра – это не спринт, а марафон, отмечают специалисты. Важно помнить, что иногда нужно ждать долго, чтобы был какой-то прогресс. В нашем регионе существует несколько организаций, которые работают с особенными детьми. Одна из них – Союз родителей особенных детей. Союз родителей особенных детей – это СРОД. Мы уже существуем как 3 года. По всему Казахстану у нас 20 филиалов. В каждом филиале у нас есть руководители, закрепленные через устав, через юстицию, и мы вот работаем. Мы не делимся по диагнозам, мы всех объединяем, коммуницируем с местными исполнительными органами, с акиматами, с министерствами и так далее. В Казахстане у нас официальную регистрацию прошли 12 тысяч. Это мама особенных детей, а также это специалисты, которые пришли на то, что нужно заниматься. Особенно именно дети с аутизмом, например, мама обучается, становится специалистами, чтобы лучше понять этого ребенка и также начинать эту работу, деятельность социальную. Во многих организациях работают родители особенных детей, поэтому они знают, насколько может быть терниз путь лечения. У меня тоже 2005 года рождения дочка, она закончила 11 класс. И на этот момент мы прошли огромный путь. Путь тернистый. Но родителям нужно быть готовым к тому, что эти дети тоже могут давать очень хорошие результаты. То есть ранняя коррекция, раннее вмешательство дает очень хорошую возможность скорректировать ребенка и влиться в норму, обычную среду. В этом году мы открыли реабилитационный центр на 635 квадратных метров. То есть в нашем реабилитационном центре все услуги от логопеда, АФК-специалистов, сенсорной интеграции, ЭБИ-терапии, поведенческих специалистов. Аутизм не вина родителей и тем более самого ребенка, а биологическое расстройство. Его проявления могут быть заметны у грудных детей, ярче проявляются после года, а очевидно, симптомы аутизма становятся ближе к 2-3 годам. Жасан Жалбаков, Душан Жасланов, телеканал Актобе.